В начале публичных слушаний доклад начальника финансового управления, тезисы заместителя главы, основные параметры народного пирога. Доходы бюджета на 2025 год прогнозируются в размере 20 миллиардов 849 миллионов, расходы на 181 миллион меньше. Оцениваем бюджет вполне эффективный. 55% у нас направляется на социальную сферу. Экономика Химка успешно развивается. Наши учреждения получают необходимую долю финансирования из бюджета. Выполняются все социальные программы. В структуре доходов бюджета большая часть – налоги. Год от года округ демонстрирует положительную динамику. По сравнению с 2024-м на следующий год в казну поступит на 602 миллиона больше и составит 11 миллиардов 115 миллионов рублей, из которых 50% – налог на доходы физических лиц. Параллельно Химки продолжают оставаться привлекательным регионом для инвестиций. За истекший период в экономику городского округа привлечено более 16,7 миллиардов рублей инвестиций. В общей структуре инвестиций в основной капитал 85% составляют собственные средства организаций и 15% – привлеченные средства. С увеличением доходов растут и расходы. В 2025 году власти рассчитывают потратить 20 миллиардов 668 миллионов рублей, из которых 55% пойдут на социальную сферу, что позволяет назвать его социально ориентированным. В контрольно-счетной палате проект бюджета на 2025 и плановые последующие два года уже прошел необходимые экспертизы и рекомендован к принятию. Сейчас его внимательно изучают народные избранники. 28 ноября его вынесут на утверждение Советом депутатов. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.